И сегодня у нас продолжение популярного музыкального челленджа «Отгадай песню за одну секунду». Да, мы наконец-то дома. Мы вернулись из сумасшедшего путешествия в Дубай. И мы знаем, что вы очень соскучились по челленджам. И мы с Викой готовы снимать кучу новых классных челленджей, да? Да. Вика, что тебе больше понравилось в Дубаях? Мне понравилось все. Я была в Леголенде, я была в аквапарке, а еще я купалась с акулами и была на самой высокой башне в мире. Все, Вика, больше не рассказывай. Кто еще не видел наши влоги, сможете посмотреть их по ссылочке внизу под видео. Мы обязательно ее оставим. Ну что, мы начинаем наш челлендж. Папа для нас подготовил нарезки классных песен, которые мы должны будем угадать всего лишь за одну секунду. Вика, ты готова? Да, я снова выиграю, я верю в тебя. Сейчас посмотрим. Ну и поехали! Включаю. Первая. Я знаю, это мультфильм «Барбоскины», да? Да. Ты тоже знала? Да. Вот это не могла. Правильно, вы быстро. Включай, точно включай. Включаю, да. Я точно. Вика, да, обожаю смотреть этот мультик. Так что даже я выучила эту песенку. Так, следующее. Быстро угадали. А то. Следующее. Мы уже натренированные. Получили? Еще раз. Ты не знаешь? Ну-ка. Нет, вообще без понятия. Это мультик? Ну что там, просто орут и все, ничего не понятно. Сдаетесь? Я без понятия. Ребята, если вы знаете, что это за трек, обязательно напишите в комментариях. А давайте я целую включу-то. Ну а теперь все, уже можно. Давай. Давай, вы все равно не угадаете. Давай. Обалдеть. А что за мультик такой? Не скажу. Ну все, теперь мы узнаем это из ваших комментариев. Обязательно пишите, кто знает. Да. Папа! Я первый раз слышу такую музыку. Действительно, очень популярный мультик. Даже мне нравится. Я как давно эту песню слышала. Точно? Да? Ну давай. Следующее. Спасибо. Вы поняли, да, что Вика на ходу это придумала? Давай еще раз. Спасибо. Я знаю, возможно, что это? Какая-то испанская песня, да? Я знаю. Спасито. Та-та-та-та-та-та-та. Да? Да. Это считается, я не знаю название. Я первая нажила на все. Считается, но просто ее сложно назвать. Название. Ну, это испанская же, да, композиция? Ну, включаю полную, целую. Сита. Да, она. Я ее имела в виду. Я думаю, мне засчитывается. Засчитывается. Мне? Нет, маме засчитывается. Следующая песенка. Давай. Так, уже боюсь включать. Слушаем. Опять. Тут даже голоса не слышно. Так нечестно. Ну, такая вот она песенка. Ну-ка, еще давай. Эй, двоечники. Вообще никаких идей. Включаю все. Ты знаешь, Вика? Давай. Это мы чего-то не знаем? Или ты слишком сложную композицию подобрал? Я выбрал популярные мультики вообще-то. Без понятия. Я не знаю, что это. Ну, давай опять попросим, пусть напишут. Ребята, напишите, что это за композиция. Напишите, вторая, пожалуйста. Да. Опять какой-то мультик, я без понятия. Мультик. Я еще раз включу. Музыка, конечно, красивая, но я не знаю. Следующая. Давай. На лабутенах. Да. А где твоя реакция? Я не успела. Да, на лабутенах. А что? Я нажала, Вика сказала.
Кому засчитывается? Ну, кто первый нажал. А кто нажал, вообще-то должен говорить сразу. Ну... А вдруг ты неправильно нажала? Как-то. Ну так, просто нажала. Нет, и все. Нет, на лабутенах. Слушаем. На и восхитительных штанах, на лабутенах, на и восхитительных штанах. Давай. Слушаем. Да. У меня такие теплые воспоминания от этой песни. Я не знаю автор, но это музыка из наших влогов. Да. Да. А Вика не угадала? Ты не успела, да? Я вот с первой секунды. Да, это наша песня. О, такое тепло разливается здесь, это классно. Да, это музыка. Вы из уже наших... в бассейне? Это музыка из наших влогов. Мы ее ставили во влоге в Доминикане и вот в Дубае. Такие вот на красивые моменты сказочные. Да, Виктор. Следующее. Вау. Ну что это? Одна музыка. Ну-ка. Где голос? Давай еще. По голосу легко узнать. Нет? Нет. Это вы. Какая музыка. Так нельзя. У меня аж мурашки по коже. Надо было частичку голоса воткнуть. А какую там? И вы уже... Ну, надо был момент такой выбрать. Нетушка, Егора Крида каждый по голосу угадает. Это моя самая любимая песня на данный вот момент. Да? Потрясающе. Даже голос упомянул. Егор Крид, классная вообще. Следующая. Давай. С какого-то мультика? Да. Ну-ка еще раз. Да-да-да, там такое в конце. Вик, ты должна угадать. Я знаю такой мультик. Да. Я его где-то смотрела. Да? Ну-ка еще раз. Спокойной ночи, малыши. Похоже, но там в конце она воздух так набирает. Послушай еще раз. Все? Я не знаю. Нет! Я по мультикам не спец, это все к Вике. Давай, Вика, дай нам ответ. Не угадаешь, наверное. Не знаю. Включаю. Снег скрипит под жесткими ступнями, и играет дуба кабачок. Откуда это, Вика? Сейчас. Новогодний. А, маячок! Вика сейчас заплачет. Это же этот, как называется? Она заплакала. О, Вика! Мы просто эту книжку всегда читали на ночь перед сном. Вика... Ну ты вообще, как она называется? Это песенка Умки. Умка, точно, Умка. Вика, ну ты что? Такое приятное. Кстати, у нас книжка это была музыкальная. Вика всегда нажимала. Кстати, где она у нас? Чё, пауза. Остановим пока видео или следующий, Вика. Ну, Вика, ностальгия. Давай, приготовься. Это очень сложно. Вот и нисколько не сложно. Из мультика какого-то. Слушайте. Мама, я в Дубае. Опять. Я нажимаю, Вика отгадывает. Да. Я тоже считаю, что это мама, я в Дубае, да? Да. Слушаем. Точно, ну да, я уже слышу. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае, мама, я в Дубае! Ну это тоже хит наших влогов. Мама, я в Дубае. Это помнишь, мы там на круге? Мама, я в Дубае, да. мама. На круге пончики классно было, да. Че? Давай следующее. Обалдеть. На-на-на. У меня всего ноль, у тебя уже пять. Давай еще раз. Вик, это твоя песня, угадывай. Ну-ка. Я ее знаю вообще. Мультик. Обалдеть, без понятия. Я вспоминаю. Ну?
слушайте целую. Может быть, так угадаешь. Все равно тебя очко засчитаем, если угадаешь. Давай. Зверополис. Ты послушай даже слова. Слова внимательно. А я не знаю. Давай. Я знаю. Вот пап сейчас сказал, слушайте слова. Я услышала там слово-подсказку. Можно, да, говорить? Да, говори. Рио. Да. Она такая бразильская. Да-да-да. Рио. Но Вика смотрела этот мультик, по-моему, вообще только в 3 года. Мы потом его не пересматривали. В 3 или в 4. Следующее. Давай. Хей-хей, все, все, что мы услышали, что? Еще раз. Хей-хей. Нет. Не угадаешь, мама, да? Позор тебе, мама, в первую очередь. Ну-ка еще раз. Ну почему у меня 0 очков? Сдаетесь? Может быть, еще другой кусочек? А может быть, дело не во мне? А может, другой кусочек? Нет, там уже все начнется сразу. Ну, давай, вот как начнется, еще одну секунду. Еще одну секунду? Да. Сейчас. Другую секунду, ну, очень сложно. Дембела? Да. Дай мне свою руку, леди. Мне свою руку, леди. Я хочу с тобой сойти с ума, рай. Следующая. Чип-чип-чип-чип Эндейл, да? Да. Да? Ну, это мультик моего детства, конечно. Вика, мне кажется, даже не знает вообще, о ком речь. Дай-ка включи-ка полную песню. Да. Раньше этот мультик показывали только по воскресеньям, я отлично помню. Вика, ну, Вика точно не смотрела? Нет, Вика не смотрела. Чип и Дейл спешат на помощь. Да, 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 да. Следующая. Классный мультик был. Давай. О, это вообще, по-моему, из какого-то кино, нет? Знакомое что-то. Вообще знакомое, да. Да, Рождество? Да-да-да, что-то из такого, это, ну, только не Рождество, но из церковая мелодия. Пускаю. Мадагаскар! Да, молодец! Давай засчитаем. Засчитываем! Молодец! Следующее. Давай. Ну, тоже мультик, да? Да, и очень известный. Я знаю свежий? Его. Не совсем свежий, ты знаешь. А мы с мамой его очень любим, этот мультик. Правда? Мы с тобой любим мультики? Да. Я знаю! Не знаю, мне очень нравится этот мультик. Я знаю этот мультик. Да, ты тоже знаешь. Да, еще раз. Включите лайком, мне зачитаем, если я угадаю. Включите лайком, может, я угадаю. Я не знаю. Сейчас, целиком, конечно, угадаешь. Сдаетесь. Целиком включи. Включаю целиком. Но какой-то мультик, я не... Вообще это Луи Армстронг, но это из какого-то мультика. Как я даже этот кадр помню. Они такие танцуют и смотрят черно-белый телевизор. Невеста и жених? Ну, а ты догадалась, что ли? Нет, Мусор в пакетике, такие в брикетике складывал. Вот папа правильно сказал. Это наш самый любимый мультик, да? Как он называется? Валли. Да? Да, правильно, Валли. Валли!
Следующее. Давай. Это из мультика? Еще раз. Из мультика? Это из мультика? Это очень просто. Ну, вы даете. Ну-ка, что-то, вообще что-то знакомое. Сейчас чуть-чуть подлиннее, слушаем заново. Целиков, включи, это из мультика? Еще немножко сейчас добавлю. Слушайте. Хименилай. Что-то такое знакомое, но я не могу вспомнить. Это мультик, да? Хименилай. Король Лев? Да! О, да! Я помню! Где-то там у меня отложилось. Но это Вика не смотрела. Да, я для тебя специально подобрал. Король Лев. Но это тоже мультик моего детства. Да. Такая королевская музыка, когда его возносили на престол, до этого малыша львёнка. Да. Я не смотрела? О, мурашки по коже. Я смотрела! Ну что, давай следующее. А все у меня закончилось? Как все? Как все? Все? Так все. Мало, так время быстро прилетело, ну, да, Ну так Миш? Тяжело подбирать-то музыку, искать все время. Ребята, давайте наберем 30 тысяч лайков, тогда папа для нас подготовит еще нарезки классных композиций для третьей части музыкального челленджа «Отгадай песню за одну секунду». Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Пока!